Привет, с вами снова я, Стелл. И сегодня мы с Машей идем на каток. Сегодня у нас сеанс на каток в 11:30, а в 9:40 нам уже надо будет выходить. Она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, со шершавой стеной, тьма. Шершавой стеной тьма колючая, как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, хранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Thank you.
надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Старайтесь, развивайтесь и никогда не сдавайтесь. Пока-пока!